На Ершовском направлении начали ремонт проблемного участка дороги. Конечно, о приведении в порядок всей трассы речи не идет, ведь по-хорошему необходимо капитально отремонтировать около 100 километров дороги, а это баснословные деньги. Но начало положено. Уже несколько дней работы проходят в районе автоподъезда к селу Никольское-Казаково на протяжении почти 5 километров. Работы выполняет автотрасса, финансирование ведется из областного бюджета. Здесь применяется уникальный способ укладки твердого покрытия, который позволит дороге прослужить гораздо дольше. Работы ведутся сразу на нескольких отрезках проблемного участка дороги. Конкретно сейчас приблизительно 25 человек. Ну, насчет работ идет вот поправка основания, потом будет асфальт. Ну, по новым технологиям. Будет бетон, потом асфальт. Есть дорожная вот организация, Дорнадзор, вот они решали, что вот на этой дороге будет такую. Это не первый год, это уже третий год, вот такие дороги мы делаем. От предыдущих технологий отличается от том, что предыдущие вот две слои вот асфальта были, а этот первый слой основания, который будет, это не асфальт, это бетонный асфальт, не вот смесь, и второй ходит асфальт, более вот крупнее. После того, как смесь уплотнят, ей дадут отстояться на протяжении 7 дней. Затем будет взята проба, и лишь после этого сверху нанесут слой асфальта. За один день рабочие проходят 450 метров дороги. И мастер участка заверил, если погода позволит, то работы завершатся уже в этом году. Хотя по контракту срок окончания 30 июня следующего года. А там, глядишь, областной бюджет продолжит финансирование Ершовского направления. И дорога станет пригодной для проезда. По крайней мере, автовладельцы на это очень надеются.